Вот для папы видео специально с палками идут. Видите, бабушка еле идет. Вот. Так что все, он где лыжи потеряли. Палки-то нужны, вот люди, кто пользуется. Правильно, как любого, если их купить и забросить. А вот люди идут с палками. Навстречу шли еще две женщины тоже с палками. Если люди гуляют, пользуются, почему бы их и не купить? Не думаю, что у них вот эти палки стоят сумасшедшие деньги.